60 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин сделал свой подвиг и впервые в истории человечества вышел на земную орбиту на космическом корабле «Восток». В честь этого события хотел бы прочитать стихотворение, написанное моим другом Алексеем Васильевым, крымским журналистом, в октябре 2020 года. Мечтали о полетах выше крыши. Гагарин протарил, и мы не прочь. Скромнее не хотели жить, и тише, и день был днем, а ночь не так, что ночь. И девушка с глазами цвета неба, плюс книги, что уносят до вершин. Еще друзья, а прочее нелепо, а прочее расколотый кувшин. Уже неважно, прав ты или не прав ты. Кто там поймет? Кто там уж разберет? Ковидных закопают космонавты, а в небе звезд стремительный полет. Спасибо.